Я вас приветствую, дорогие зрители. Я нахожусь в районе Чикчили. Хорошая локация, недалеко от торгового центра Аланиум. Здесь продается квартира 3 плюс 1 под ключ. Качественный проект. Очень хорошая управляющая компания. Есть теннисный корт, открытый бассейн, ступенчатый проект, как вы видите, вот, пятиэтажный, состоит из трех блоков. Проект был сдан в 2005 году, мы переехали жить уже в 2006-2007. Большая территория. Рядом есть инфраструктура для жизни, как сеть магазинов BIM, А101, ШОК. До торгового центра Аланиум минута, 2 минуты ходьбы. До моря отсюда 1100 метров, 1120 метров максимум. Отмерил по карте Google. Насчет землетрясения, я в тех роликах высказал свое мнение. Насчет Алании, что она научно находится в несейсмической зоне. Если что происходит в других регионах Турции, то до сюда доходят только волны. Но все в руках Всевышнего. С 1200 лет, со времен Аладдина Кейкубата, тут нет никаких разрушений. Может, раньше историю я уже не изучал. Может, тоже ничего не было. Ну, то, что есть свежее, то, что мы знаем, крепость Алания до сих пор стоит. И по этим данным, тут вообще не проходит эта линия. Я должен продолжать снимать ролики, работать. Жизнь продолжается, дорогие зрители. Порой пишут там комментарии. Но мы тоже должны заработаем комиссию, тоже помогаем. Постоянно отправляем денежные средства в тот регион, где произошла эта катастрофа. Соболезнуем, сочувствуем всем, всему народу, у всех горе. Мне тоже не по себе тоже снимать ролики, но, как говорится, я должен работать. Жизнь продолжается. Поймите меня правильно. Так, здесь санузлы. Территорию вам показал, сейчас поднимусь, покажу вам квартиру. Территория большая, даже 4 блока здесь. Вот оттуда я спустился вниз. Вход отсюда, двери, ворота там, открытая парковка также есть. Есть генератор. В основном проживают европейцы в этом проекте. Вот, вот. Сейчас я найду дверь. Тут ступеньки. Я думаю, что даже есть кладовки у каждой квартиры. И котенок. Наверное, есть там кладовки отдельные у каждой квартиры. Лифт. Ухоженный. Итак, вошел я в квартиру. Сразу с правой стороны у нас маленькая кладовочка. Так, здесь прихожая, встроенный шкаф. Так, здесь у нас гостиная, кондиционер фирмы Бека, отдельная кухня, интересная планировка. Видите, можно также двери закрыть или оставить как есть.
Линия декор. Линия декор. Тут холодильник. Ну, блин, они закрыто оставили. Секунду. Так, дальше снимаем. Ну, тюрьма. Тюрьма. Первый балкон. Это теннисный корт, он отдельный. Футбольная площадка, наверное, еще добавок, да. Это относится к этому району, Мэри Эллен. Вот вице-квартиры. Этаж третий земли. Первая спальня. Тут 14 квадратных метров полезная площадь, минимум. Тоже кондиционер инверторный, фирма БК. Высота потолка 265 сантиметров. Санузел без душевой кабинки. Мраморная у нас мойка. Вытяжка тоже есть. Можно дополнительно... А, нет, есть же душевая часть. Кабинки только нет. Можно как-то сделать... Ну, тенты вот этот тряпочный есть, висячий, как хотите. Можно переделать. Здесь второй санузел. Стоит фирма Siemens накопительная система. Она очень большая. Сколько литров, не могу сказать. БК. Стиральная машинка и душевая кабинка тоже большая, не маленькая. Можно втроем купаться. Этот, что я говорю, сам не знаю. Так, здесь вторая, да, спальня. Да, вторая спальня тоже 14-15 квадратных минимум, квадратных метров минимум. Хороший плотяной шкаф. Похож. Второй балкон. Сторона юго-восточная, дорогие зрители. И третья спальня. Три спальни, одна гостиная с отдельной кухней. Здесь тоже 13-14 квадратных метров на квадратную. Это более солнечная сторона, потому что он смотрит на юг. Вот солнце. Время съемки. Это такая зима у нас. 11:15. Так, дорогие зрители, Айдат 1000 лир, цена этой квартиры 225 тысяч евро. Звоните по номеру плюс 90 555 064 9110. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Чикчеля. Всем пока-пока. Подходит под Венше.